Всем привет, ребята! Вы на канале Таежный Гость. Вечером решили набрать водички и выехали. Получается, у нас тут два загара. Сейчас с Егором попробуем посмотреть и если что-то будет, выловить. Да. О, смотри, смотри, ребята, его вырвало нахрен. Да. Опа, есть. С места вырвало, получается, катушечку. Там не загар? Вижу эту морду. Что ты не помогаешь? Вот она, ребята. Вот она, вечерний выход. Щуки. Классно, ребята, классно. Как-то она сразу мордой попала. Видать, то, что близко заглотила. И я его сразу нахрапом вытащил с лунки. Класс, ребята. Вроде больше загаров нету. Но будем вечером. Там нет загаров? Нет. Ладно, будем вечером. Ну что же, все, я проверяю! Проверяй там еще! Ну что ж, ребят, опять у нас здесь работка. Сейчас посмотрим, что там будет. Ой. Но! Блин, я у него сорта, походу, дернул. Нет. Егор, дай этот живца. Ну, сейчас подъеду. Ребята, еду к Данилу за живцом. И вот вижу, что играет сработка и мотается, как его, жарится. Сейчас попробуем. Попробуем, ребят, что-то. Надеюсь. Сейчас настроим получше. Ага. Так, ребятушки. Сейчас попробую. Я их. Ну что? Пробуем. Видимо, мотало нехило. Есть, ребята. Есть. Оп, что-то там двигается. Так. Оп. Ничего себе. Хорошо брыкается, но что-то как будто бы соскальзывает. Или так возле краля льда. А, только что попалась, она еще дикая. Бля. Слышите, ребят, как с руки уводит. Давай попробуем с нахрапом по бырику. А, не попала морда. Я ее увидел, ребят, неплохая мамка. Как-то стукнулась, блин, боком. Не заходит в лунку, зараза. Ну прям дергает. Трется об край льда и так не противно, знаете. Как будто бы. Крепет. Нет. Где ты? Нет.
Вижу уже поводок, но морда не выпадает. Мелкая вода. Из-за этого... Ну, блин, была же уже морда. Ну нахрен, ну нахрен, ребята. Офигеть, ребята, мамка. Вот она, ребят. Вот она, мамка-то. Пипец. Ребята, это озеро Монстр. Мамка нас посетила. Пипец. Это просто офигеть, какой кайф вытягивать его. И это могучая сила, которая дергает с рук леску. Сердце прям работает, как мотор на Феррари на полном газу. Холодная водичка, небольшой ветер. Но это никак сейчас не может остудить мою кровь. Это просто четко, ребята. Четко, круто. Ладно, будем вытаскивать из пасти. Плечо. Потягивать пока не ставить. Ребят, опять сработка. Но, возможно, опять холостая, опять же на ту же жерлицу. Есть? Есть? Что, легко ты тянешь? Давай доставай, я его этот прицеплю. Угу. Ох, давай. Давай ближе, ближе, ближе. Ну да, маленький. Точно. Блин, и у нас тысячи там, позади же. Как будем вытаскивать? Ну что, руку суй, да, вытаскивай. Что, давай. Или ты тянешь? Ну давай тянешь. Ребят, у нас полная вымотка. Егор. Так, не ошибтесь насчет озер. Не ошиблись. Давай, я снимаю. Ой, Вась, тут что-то бревно типа. Да? Оно изначально идет тяжело. Давай как-то поаккуратнее, потому что леска там тоже не очень. Тут вообще леска тоненькая. Да. Возможно, 0,3. Толстые рыбы быстрее выходят. Или мне кажется, или тут... Хотя достанет этот крюк. Он на этом синем внутри. А вроде полегче стало. Да. Не, основной открой, посередине. Основной открой. Ты второй. Основной, ага. Там. Давай. О! Как он вытаскивает? Вытаскивай все просто. Что? Что, давай. А, ну не такая уж. Ой, бля, не попаду я. Что-то ну, шло сначала. Когда ты говоришь бревно, да бревно. Нет, сначала шло вообще как бревно. Маленький. Ну что же, ребята, мы приготовили. Точнее, вот наш кулинар, повар. Посмотри. Готовим. А что это сейчас? Уже икру готовим. Приготовили рыбку. Точнее, Данил приготовил. Мы с Егором съездили за дровами. У нас вот полный этот нары дров почти под низом. Все круто, ребята. Фу. После трудового дня так приятно покушать вкусные рыбки.
ляпота ущемского. Все, батя, кайф. Егор, ваши впечатления о сегодняшней рыбалке? Класс. Егорка тоже вытянул у нас хорошую рыбу. Единственное, никого из нас не было, ни Данила, ни меня. А я, соответственно... снимал. Я его снимал на его телефон. А, на телефон? Ага. Он прыгал. Ну, в общем, все сегодня обрыбились. Душевных рыбками поймали. Все боролись с рыбами. Если сейчас еще силы будут, еще доставим пару жерлиц, так как потому что у меня оборвало. Не знаю, то ли леска слабая, то ли удар был большой, или что, короче. Ну, в общем, две жерлицы минус. Сейчас его сделаем и две жерлицы еще доставим. И, в принципе, будем уже отдыхать и готовиться восполнять, так сказать, силы на следующий день.